Нет, добрый друзья, сегодня будем менять экран, модуль, такой в сборе экран тачскрин, динамик тут у нас находится, еврозвонок на новой модели BlackBerry STL100. Тут у нас экран включается, но тач не работает. Снимаем батарею. Разбираем телефон. Разные болты, тут обращаю внимание, одной отверткой открутить не получится, на Т4 и на Т5. Снимаем панель, забыли два болта открутить здесь. Самые длинные болты здесь у нас стоят. Снимаем панель. Это у нас шлейф экрана, тачскрина. Сняли плату. Далее откручиваем два нижних болта, тут шурупы крестообразные. Снимаем камеру, гнездо наушников, вытаскиваем экран, ставим новый. Обращаем внимание вот на эти пазы. Ставим гнездо. На свое место. Камеру. К
крепим низ. Ставим плату. Давайте сразу проверим экран. Далее соберем телефон. Экран загрузился, вот у нас тачскрин работает. Кнопки все работают. Все. Собираем телефон, точнее разбираем, ставим наклеечку. И далее в обратном порядке собираем телефон. Ставим плату. Настегиваем шлейф экрана. Шлейф камеры. Гнездо наушников. Ставим заднюю панель. Не путайте болты, которыми вы откручивали. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем доброго дня. До свидания.